Анонс и точная дата выхода пятой серии нового сериала «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Пятая серия сериала выйдет на интернет-портале «Старт» 15 мая. Ранее мы видели, как «Одиссея» по Садовому кольцу продолжилась. Компания задерживается у автобусной остановки. Однажды Слава повстречал здесь лучшую девушку на свете. Он не решился с ней заговорить и, возможно, совершил роковую ошибку. Остальным участникам квартета тоже есть что рассказать о первой любви и случайных знакомствах. У памятника Бродскому сентиментальное настроение улетучивается. Друзья хотят понять, почему не разбираться в поэзии стыдно. Пятая серия сериала выйдет в эфир 15 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.